А, ё-моё! И ёлки-палки, гляньте, двумя. А. Так, всем привет! Едем за раками, едем на нашем гелике, с Геной на гелике. Советский гелик. Да. Вот. Октябрь месяц, холодно, если видно, уже лед в лужах стоит. Выехали почему? Потому что вы пишете, на что ловятся раки в такое время года. Не знаю, ребята, вот сейчас будем все проверять, ставить и будем делать эксперименты. Дорога убитая. На улице где-то 0, может, плюс 1. Очень холодно. Не знаю, зачем я согласился на эту авантюру. Но ради вас, ребята, на все мы готовы, да, Геннадий? Да что ты? Ну вот. Я когда покупал бензин, я думал, ребятушка, будет что смотреть. Да, точно. Так, ребята, сейчас двигаемся поближе к водоему. Уже осталось близко. Ё-моё, глянь, посадка зрела. Кстати, ребят, пока утроколодки стоят, зайдем с вами еще в эту посадочку, посмотрим грибы заодно. Может, давай остановлюсь, покажешь вот этот вид. Или вот давай. Сюда вот так. Ну это ж показала. Ты хочешь, чтобы я вид показывал, ребята? Да, ты смотри. А это ж вид на миллион называется. Да? О, ребят, посмотрите. Степи. Это просто красотища. О, холодно. Но, посмотрите, какая красота. Да вообще. Отсюда только на дельтаплане летать. Да, я здесь подымался на квадрике. Параплане. Ох, и красиво, тоже картинка выходит, вообще шикарно. Что, ребята, двигаемся конкретно к водоему. Слушай, и будем проводить эксперимент. Следующее это параплан купить. Ну почему бы и нет? Да? Ну хороший кадр, я тебе на камеру тебе на голову одену, я полетишь. Все, договорились. Ладно, ребята, поехали. Так, ну вот спуск для лодочки. Костры жгли. Рыбаков нет. Ох, какая водичка чистая. Ничего себе. Так, ну будем сейчас устанавливать раколовки. Холодно. У-у-у. Ну ладно. Все, сейчас качаем лодку, ребята. И занимаемся приманками. Так, по приманкам. Значит так, получается, смотрите. У меня дыня замороженная была, будем использовать карась. Кстати, карась астраханский, вяленый, вкусняшка. Сейчас надавим перья, запаха больше было. Блин, придется рыбе отдать. 1000 километров карась проехал, чтобы на приманку попасть. Так, значит, карась, дыня. Так, это у нас, будем заворачивать, шары, это прикормка еще с Дона, мы ездили на рыбалку, ну карповая обычная прикормка, здесь пшено и карповая клубничная прикормка использовалась, ну вот эти шары, ну посмотрим, на что будет ловиться из этого всего. Ух, холодно, руки мерзнут, ну ладно, начнем потихоньку, сейчас привяжу рыбу, ребята, пока вот включаю, я привяжу пока рыбку. Теперь берем колготочки. Теперь вот. А там есть, там видно будет. Так, вставляем шар. Вот. Шар. Вот. Так. Все. И вот так вот шарик будет. Дынька. А может даже лучше сделать миксом. Добавлять будем шарик и сразу в шарик кусочек дыньки. Я думаю, вот то, что нужно. Вот так вот. Вот так мы и сделаем.
Ну, такой бутербродик сделали. Шарик и бенька. Вкусняшка, одним словом. Так, ну теперь нам... Так, все. Сейчас поставим. Первое поплывем. Предупреждаю сразу, звук может быть хреновый, потому что ветер. Так что без обид, ребята. Так, давай на лодку залезу сначала. Я нет. Когда-то я в октябре бы, когда бы-то я в октябре, блин, на лодке плавал бы халабану, блин. Так, от берега держаться как? Да вот так и держись, где русло, ну, в русле ставить. Нет, от того угла вообще, видишь, вот, вот тот мысок, да. Вот теперь солнце светит, а не греет, это понятно, что, да? Да. А? На месте замер. Все, давай. Ставлю. Есть. Есть. Все, давай назад. Темная такая, летом такая красивая, голубая, что-то темная. Ну да, сейчас нагрузка усиливается. Тормози. Да ладно. Так, теперь пробуем рыбу. Тормози. Капитан. Есть. Все, есть, так, все. Все, ставлю. Тормози. Да, сносит сильно капец. Ах, да, есть, все. Да. Ах, юрец на кормачки. А прикинь, что-то клюнет, да? Да, и мы сезон не закрыли, ребята, в этом году, блин, рыбалки. Ну, может, еще впереди все, может, потеплеет, выйдем куда-нибудь, да, закроем? Должно, тепло, еще должно. Фух. Ага, это точно. Так, ну все, есть время немножко погулять. Место выбрали классное, приятное, полезное. Я сегодня без удочки, пацаны еще с удочками пусть сидят. Магнит хотят поисковой побросать. Вот. Что-то простыл я. Ну ладно. Пойдем посмотрим. Пока грибы не наблюдаются, прошел. Тишина. Сейчас зайду еще в этот лесомассив. Чик. А так, нифига, даже поганок нет, ребят. Ну как такое может быть? Вчера буквально ездил в изобилии были. Бери, не хочу. А теперь вот вообще даже поганки не торчат. Ладно, сейчас пройдем дальше. Фух. Не. Так дела не пойдут. Вообще ничего нет. Как такое может быть? Вообще грибов нет. Странно. Все, возвращаюсь обратно. Видите,
корочка льда в лед. Так это сейчас день. Вообще холодина была. То, что по видео кажется, сейчас солнечный, красивый день. На самом деле солнечный, но холодный. Гена магнит бросил, плывет с магнитом. Ты заякорился! Магнит зацепился у тебя. А Гена поплавал с магнитом. Проплыл на лодке. Ни черта нет, как я и думал. Потому что здесь воды не было. Все, что можно было, уже собрали. Кстати, тебе поплавок надо поправить на этом, на удочке. Так, слушай, подожди. Вот ремонтирую. Кого? Весло? Ага, так, ну смотрите, сделали на всякий случай якорь. Потому что волна конкретная. Попробуй сейчас. О, сейчас пойдем. Будем останавливаться во время проверки. Подожди, мы неправильно ее взяли. Бери спереди за ручку, а я сзаду. Баланс. Бери спереди ручку. Момент истины настал, друзья мои. Вот. Сейчас поплывем, посмотрим, что может в октябре ловиться. И работают ли приманки. Здесь уже сценарий не напишешь, все по факту. На правильном, почти на правильном. Ай-яй-яй. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Веслом помоги. Ушли. Да, вот. Вот все еще вся проблема. О, все взял. Итак, первое. Один товарищ есть. Один есть. Да, придется в лодку бросать. В лодку бросить. Да, нет, так мы отплыли сильно. Давай. Туда. Смотри, мы и камень поручили за собой. Давай, давай, давай. Ну, да, условия, конечно. Давай еще вперед. Потому что если я сейчас на бок ее переверну. Давай, давай, еще. Ух, не отдастся, мне укусил. Пустая. Никого. Дальше по курсу твоя леска. Сейчас ее проведем. Все, пошли. Есть? Юрец! Я вот сюда кидаю, заберу. Тут, ну так ярче. Так, вот у нас и круки, да? Блин, руки вообще замерзли. О. Один маленькие все. Еще один малыш. Ну, ребята, вот два часа, два где-то постояло, да? За два часа вот всего лишь получается по одному маленькому рачку в раколовку. Это слабый результат, очень слабый. Ну ладно, сейчас проверим все. Вот. Сейчас беру, взял. Ай, блин, она под нами. Сейчас. Блин. Жесть, она перевернулась. Пустая.
Идем, идем, да. Еще 4 штуки. Я думал, на рыбу полезут. Нифига. И тупо не лезут. Ах ты. Тишина. Так же ноль. Это последний? Нет, еще вот. А, ну да, вот. Да. Приманка пахнет идеально, правда, так вкусно пахнет. Вкусно пахнет. А вот раков нет. Не идут. Вот, сегодня 20 октября. 2 градуса тепла. Ветер. 2,5 часа раколовки простояли, залезло 2 малыша. И все. Поэтому, что работает, не могу сказать точно. Ладно, идем к берегу. Снимать надо. Вот по берегу так не дует. Ты главное не упасть. Хотя можешь упасть для кадра. Могу, я просто боюсь, что я как парус перед работой. Давай сюда на берег выбросим. Да выброшу, давай. Ну а что делать? Тебя жалко уже. Или ты будешь еще плавать? Да, у меня желание поплавать. Ах ты. А, ё-моё. И ёлки-палки, гляньте, двумя. Ну вот, за 2,5 часа все, что мы смогли поймать. 20 октября, холодно, ребята, скажу так, хоть солнце светит, на самом деле всего лишь 2 градуса, и заморозки сильно, ночью мороз, вот все, что залезло, на рыбу ничего не залезло, это по одному залезли там, где клубничный был аромат, и то один мелкий, ну другой, ну тоже ближе к среднему, допустим, поэтому эксперимент будет продолжаться, наверное, позже мы еще выйдем, может быть, погода изменится, в общем, идите домой. Отцепитесь уже друг от друга вы. Может нужно. Все. До свидания. Сейчас сюда. О, все, ребята. Заканчиваем видосик. Ну, такая ловля. На практике думалось, вернее, на теории казалось, что будет лучше, да? Руки замерзли. Чем на практике. Но. Вот такие вот выезды. Ролики все, видите. Тут сценарий не напишешь. Все как есть у нас. Поэтому встретимся на рыбалке. Я думаю, еще разочек с раколовками выйдем. В этом году. Машина у нас не хочет заводиться. Может прогреть мотор, чтобы на бугор поднялся. А? Пускай моторчик прогреется, наверное. Пускай, да. Я думаю, так будет лучше. Вот, ну а в целом, что, ждем новых видео, может быть, еще в этом году выйдем, закроем по рыбе, да, сезон, если получится, да. Ну и постараемся за раками, хотя он весь мокрый, блин, руки он замерзли, холодно очень. И солнце уже даже ушло. То есть вот, вот такая вот рыбалка, как есть на самом деле. Рыбаки поймут, ну а остальным как бы... Ну, в общем, всем удачи, всем пока, до новых встреч на канале.